зворотній відлік всім нам від 10 до 1. А потім блогери тихесенько, легесенько натискають одночасно на ту кнопку. Це не означає, щоб мене потім в травмпункт відвезли, правильно? Ми то робимо легесенько, щоб не завалити кнопку. Отож робимо зворотній відлік, після чого ми натискаємо всі разом на кнопку. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Воно відбулося! Фестиваль «Відео Жара» приїхав до Одеси! Тарас, ну а наша дивная традиция с тобой делать селфи со всеми. Зи всего? Ну конечно же. Ну, давай. Ребят, поехали, еще одно массовое селфи. А достаем все свои гаджеты, телефончики. Улыбаемся. А ты в какую сторону рубите селфи? Вот, с блогерами, ну. Где? А то влезе ровно половина, чувак. А видео давай. Селфи? Можно видео селфи? О! Давай. Смартфоны тем людям, которые стоят зараз на этой сцене! Ваши аплодисменты, друзья, блогеры наши, любимые наши. Ребят, ну спасибо. Спасибо, что пришли. До побачення. Пока. Ласка. До следующих встреч. На выход-выход там, пожалуйста, до побачення. Пока. Фестиваль закрыт. Все. Дякую. То было гарно. Гарный фестиваль вышел. Отличный фестиваль, ребят. Давайте увидимся в Киеве. Па-па! Прикинь, и там, где мои 150 гривен? Віддайте. Поверни мне эти гроши. Ну. Друзі, а вы готовы еще стоять на том фестивале, сколько будет потрібно? Это хороший початок. Это хорошо, потому что у нас очень большая программа до самого утра, ребят. 100%. Призвоніть вже батькам и скажите, что вы меня не чуете вдома. Бо сьогоднішній фестиваль буде тривати, бо просто дуже добре. Але це не означає, що він, не дай Боже, буде нудним. Він буде дуже прикольним. Конечно, ребят, еще хочу вам кое-что сказать, очень важное. Дело в том, что помимо того, что у нас на сцене сегодня просто огромная концентрация блогеров, артистов, да и просто классных ведущих, у нас дело в том, что еще компания, организатор Air приготовила нам очень много подарков. Если вы знаете, уже мы разыгрывали iPhone X, и еще сегодня у нас будет возможность разыграть гаджет от нашего спонсора Allo, но об этом немножко позже. Сейчас я хочу вам сказать о том, что у нас есть невероятное количество конкурсов и невероятное количество призов. Поэтому у каждого из вас будет возможность уйти сегодня домой с какой-нибудь классной штукой. Так. Друзья, первый конкурс называется «Фотографуйся так, ніби тебе ніхто не бачить». Робите селфач, сьогодні робите селфач и выставляете хештеги «Відео Жара Одеса» и «Відео Жара 2018». Це робите обов'язково, в кінці вечора будуть дуже круті призи. Поехали дальше. Конкурс «Сделай фото на фотозоне Air Академии». Если ты хочешь стать видеоблогером, тебе нужно опубликовать свои фотографии в Instagram, Facebook, ВКонтакте и поставить подпись «Хочу учиться в Air Академии». Обязательно отмечайте страницу Air Академии в зависимости от того, в какой социальной сети вы постите. Подойдите обязательно к представителю Air Академии, там у вас будет дальше все понятно. Третий конкурс «За футболь селфач». Робите фото отам на фотозоні, де пише «Я йду на фінал Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок». Ставите «ЛЧ фінал серед жінок» хештег. Там вам підкажу, який треба хештег ставити. І виграєте квиточки на фінал серед жінок у Києві. Yeah. Ліга чемпіонів. Поїхали далі. Четвертий конкурс. А хочеш виграти смартфон сьогодні від нашого спонсора і партнера «Алло», делай фотографію в фотобудки. Вот «Алло», якщо ви видите за
сзади нее. А и в конце вечера Андрей Немодрук прямо на этой сцене подарит победителю новенький смартфон. Друзья. Ну, а просто зараз у нас буде ще дуже цікава штука. Це не є конкурс, але це є дуже прикольна активність. Ми вже згадували, що наше роуд-шоу було у Львові, в Дніпрі, а також в Харкові. Сьогодні ми приїхали до Одеси, і в кожному з тих міст ми робили відеохвилю. Ми робили хвилю, яку знімали на відос, який ми зараз можемо подивитися. Після того відосу ми будемо робити тут таке саме. Let's go! І так, у нас є відео з трьох предыдущих городов. Смотрим, внимание, ребят! Десь приблизно так воно має виглядати. Дивіться і запам'ятовуйте. Друзі, подібну відеохвилю ми маємо зробити зараз. Що нам для цього потрібно? Нам для цього потрібно, щоб ви увімкнули фонарики. Ліхтарі маєте? Ліхтарі всі увімкнули. Бігом. Бігом. І потрібно вам буде зараз присісти. Присісти. Вмієте присідати? Вмієте. Ну, більшість з вас навчаються в школах. Фізкультура є в школах ще чи ні? Є, добре. Ну і на 3-4 Санек буде бігти, а ви будете за ним вставати. Ребят, давайте всі вместе присаджуйтесь. Вот з флангов, в середине зала, з этой стороны, ребят, присаджуємося максимально низко. А руки вверх со своими фонариками. И по моей команде я буду пробегать от вас. Смотрите, прямо вот с этого края я начну бежать, ребят. И вместе со мной вы встаете и кричите «Одесса!». Понимаете, да, все просто. Санек, у меня для тебя прохание не завали стил, добре? Я буду очень аккуратно. Дуже дякую тебе. Ребят, ну что, давайте присаживаемся максимально вниз. Все сели. Родители, которые пришли со своими детьми, тоже садитесь. А звукорежиссеры тоже садитесь. Все садитесь. Ну что ж, если вы готовы, то даем обратный отчет от трех и поехали. Итак, 3, 2, 1, поехали! Стоп. Саня, ты будешь бегать сегодня вечно у меня. Пшел назад. Слушай, это слабенько, да? Видели лучше. Воно прикольно, вы робите классно, але на 3-2-1 мы не все стоим. Мы стоим с того момента, когда Саня пробегает. Саня пробегает, вы стоите. Стоите. Все просто. Санек, перестань робити селфи. Ты на работе. Я работаю, ребят. Итак, вы понимаете, как только я пробегаю мимо вас, только тогда вы встаете. Это волна, как на футболе, но вы еще узнаете об этом. Еще раз, присели, пожалуйста. Еще раз присели. Вниз. Присели. Встаем только тогда, когда Саша біля вас пробегает. Я честно, я уже не такой молодой, как вы, поэтому устал. Давайте постараемся. 3, 2, 1. Саня побег! Нормально? Пацаны, нормально? Окей. Слушай, здесь основной главный оператор говорит еще раз. Ребят, давайте сделаем еще раз, очень сильно постараемся. Мне же нужно до конца вечера как-то продержаться, но... Давайте так, чтобы Саня ноги не подлетели. То сделаем это в останнее. Сегодня делаем это в останнее. Красиво. Саня, все вместе. Вот нормально, все вместе, пришли. Все вместе. Красиво. Девчонка не умирает, приседаем. Правильно, приседаем. Ребят, все готовы? Итак, с этого края, как только я пробегаю мимо вас, вы встаете и вверх руку со смартфона, окей? Ну, вроде все понятно, поехали. Не встаем сразу. Пожалуйста, присели.